Спасибо огромное. И мы ждем группу на Александрову. Пока протираешь 6-3, спешу напомнить, что следующая категория у нас полуспорт, дуэты, любители профи. И готовится Светлана Андросова и Юлия Олейни. Итак, мы ждем группу на Александрову. Протирайте, пожалуйста, пилоты. За собой тренеры, пожалуйста, помогайте. И протирающиеся пилоты тоже спасибо вам огромное за этот труд. Напоминаю вам, что у нас очень много поддержки информационной, и стоит отметить школу Бурлеска университета Валерии Малиновской. Это место, где вы можете начать сделать свои первые шаги. Вы встретите прекрасный времен, погрузиться в атмосферу старой эпохи, научиться делать стрелки, причем легко обращаться с этим обзором, как чулки, как все этажи. Вот это очень актуально, мне кажется. Я вам честно сказать, не очень обращаюсь к обзорам. Мне бы тогда ты ее видишь. Вот с корсетом проблемы бывают. И мы ждем Юрку Александру. Пожалуйста, что воском можно пользоваться только на теле, на штаб нельзя. И помнишь, мы говорили о пилонах, то наш прекрасный спонсор Полуспорт Профессионал, это пилоны и шесты для танцев, большие и малые акробатические кольца, кольца сердца, кольца курили, сферы, это было, в общем, все, на что у вас хватает фантазии, все это Полуспорт Профессионал. Спасибо нашим фото- и видеооператорам, которые не попадают вот уже там дальше слоемочек фотографируют и снимают видео, материал для наших прекрасных участниц. И категория детей, категория, не забывайте, что скоро у вас будет награждение, да, потерпите немножко ребята и обезьянки, уже скоро сейчас поедут отмечать. Отмечать макдон. Вот вам нельзя. Молодцы, детским шампанским. Итак, Юркина Александра, мы ждем вас и дуэт готовится. Еще немножко до водочки вот здесь как раз. Еще немножко водочки. Чтобы было веселее. Да. Ну что, дорогие, категория про спорт, профи женщины. Я думаю, что сейчас группа поддержки должна включиться снова. Мы сейчас будем поддерживать его. Наконец-то. Мне кажется, единственный человек, который на 100% работает, помимо участников, разумеется. Это группа поддержки наша прекрасная. Дорогие друзья, пожалуйста, не стесняйтесь выражения ваших эмоций. Положите это, разумеется. И Юрий Александров, мы ждем вас.